Это произошло в Таиланде, в северо-восточной его части. В среду утром 41-летний житель Усани Зайка пошел на прогулку со своей собакой. Она вела себя обычно, но вдруг на окраине одного поля начала сильно лаять и рыть лапами землю. К этому месту подошел Уса и увидел малюсенькую ножку ребеночка, которая торчала из земли. Мужчина быстро откопал малыша и привез в больницу. А полицейские тем временем уже отыскали маму новорожденного мальчика. Это была девочка из соседней деревни. Ей 15 лет. В полиции она созналась, что тайком от всех родила ребенка и закопала его. Боялась, что родные и односельчане ее осудят. Она была арестована по причине подозрения в покушении на убийство новорожденного. Собака, зовут которую Пинг-Понг, ходит на трех лапках. Когда она была щенком, ее сбила машина, и потому одна из задних ног повреждена. Уса отзывается о собаке как об очень послушной и преданной, считает Пинг-Понга настоящим героем. А новорожденный, на счастье, не получил каких-либо серьезных травм. И все благодаря тому, что его быстро обнаружил Пинг-Понг. Полицейские начали расследование и допросили жителей. Никто не знал беременную в округе. Только вот хозяин магазина рассказал, что одна девочка-подросток на днях купила очень много гигиенических полотенец. Родители этой юной мамы заявили, что хотят взять малыша к себе и воспитывать. Я надеюсь, что этот ребенок вырастет здоровым и счастливым. Если вы любите домашних животных, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео.